А я должна быть на улице с мебелью. Вы просто в мое положение можете войти? Я не готов вас уговаривать. Давайте, действительно, вы выскажете про свое положение. Мы же его не будем наказывать. Мы не имеем права его наказывать, правильно? Какое же это наказание, если можно справедливо остаться и ему, и мне при квартирах, разойтись по-человечески, все сделать по-человечески? Какое же тут наказание?